Практически каждый посетитель лендинга предпочтет видеоописание оффера длинному скучному тексту. Более того, просматривая видео, посетитель проводит больше времени на странице, что дает вам больше возможностей для конвертации. Для начала откройте нужное видео в YouTube и скопируйте его ссылку из адресной строки. Перейдите в редактор и кликните по виджету «Видео» на панели слева. Скопированную только что ссылку вставьте в поле URL во всплывающем окне. Вы можете настроить параметры видео с помощью списка галочек ниже. Автопроигрывание запускает видео автоматически при открытии лендинга. Кнопки управления показывает или скрывает панель управления внизу окна с видео. Зациклить. После окончания видеоролика запускает его заново. Показывать информацию. Скрывает или отображает информацию о видеоролике сверху. На всю ширину. Растягивает окно с видео на всю ширину лендинга. После сохранения изменений, изменить ширину и высоту видео можно стандартными способами. Потянуть его за границы, либо задать параметры вручную в разделе «Геометрия».